период, с 31 по 1 число, будет проводиться День безопасности на территории области. Данное мероприятие будет проводиться в городе Тюмени, Ишиме, Тобольске, Луторовске, Заводоуковске. Значит, цель данного мероприятия – это у нас распространение изданного буклета, который был издан совместно с общественным советом. Значит, в данном буклете у нас имеется информация о том, как не стать жертвами преступлений по разным видам – мошенников, квартирных воров, как сохранить свое имущество, а также разъяснены там положения о проведении тех или иных мероприятий, об участии в мероприятиях, даны адреса отделов полиции и территориальных органов внутренних дел области с указанием телефонов, электронных адресов. То есть мы думаем, что данный буклет послужит определенным пособием для граждан, чтобы обезопасить себя. Значит, буклет называется у нас «Предупрежден, значит вооружен». Я думаю, что наши граждане вооружатся нашими советами и минимизируйте последствия, которые могут возникнуть.